Хей, йогай, с вами Шумики, и мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls 3. Окей, мы остановились на том, что... Так, у нас, подожди, есть души. Нам нужно уже трешка, да, ляпа? Ладно, давайте тогда наведем порядок. Я перекину ненужный мусор мне. Грубый. Мне нужен тяжелый самоцвет. Только где он берется, это уже... Загадка. Это уже загадка. Тоже сатан, да, дает? Жертвенное кольцо мне не нужно. Я не знаю, что с этими вот душами можно сделать. Так, ну в принципе все, да? Так, ладно, давайте тогда отправляться. Отправляться, я не знаю, мы по сути с вами убили охранника, врат, и нам открылись врата. Но с другой стороны, я могу тэпнуть с самого начала, и у нас было еще по правой стороне проход. И проход именно к дракону. Давайте куда-то вот в ту сторону удалимся и посмотрим, что можно сделать. По сути, если так подумать, мы прошли эту же локу, и мы открыли новую локу. Но для зачистки уже всего-всего нам нужно все-таки пойти к дракону. Посмотреть, что с него выпадет, может, ну, может он улетит. Хотя я думаю, он меня ваншотнет или нет, если я побегу напрямик к нему. А, стоп, подожди, там дракон лежит, и вот дракон лежит, и то дракон. Чисто драконьи локи. Рынком. Мне бы лук. Я бы не проще, если бы лук выпал. Так, по сути, внизу, да, мы там сокращение еще какое-то открыли, если не ошибаюсь. Так, здоровяк, теперь я тебя, в принципе, не боюсь, ты легенький. Не, я не знаю, мне по сути надо сейчас это вкачивать. Так, отсюда мы же пришли, да? Хотя не помню, что здесь у нас было. Ладно, не суть. У нас... А, это, походу, полегче, чем те. Так, здесь у нас ничего. А, вот кто дышит. Я думаю, кто там дышит? От кого звук исходит? Это от него, оказывается. Thank you.
как с такой херней сражаться, вот скажите. Это в приоритете, его нужно первого убивать всегда. Пошел нахер. Да, давайте скажи, что враг легкий. Да отцепись ты от него. Слушайте, ну в принципе за него по 250 дают. Вот единственный способ, как его можно грохнуть. Но я надеюсь, он является как мини... Осколок титанита, уголь. Ну снова же, это нужно... Не дать чувакам стать такими монстрами. О, еще один осколок. Сломанный меч. Длинный лук, обычные стрелы, наконец-то. Теперь нужно найти того, кого можно эти стрелы закупать. Потому что теперь мне нужны стрелы. Снова хорошее место, чтобы сюда что-то спрятать, однако. А, здесь, походу, только вот это и можно было, да, получить? Окей. Можно попытаться пойти еще того убить, гиганта. С той стороны. Но с другой стороны, тогда мы уже все исследовали. А, сколько у меня хватает на левел ап? Да. Вот бесит, что я не могу у костра сразу прокачиваться, как в первых соусе. Нравится храм огня. Вот научился бы я апаться на этих, было бы офигенно. Вот интересно, а если, допустим, вот ее убил, да? Ну, либо я ее убью нечаянно, то как мне вообще потом уровень себе поднимать? Или это считать уже все? Диалоги постоянно бесят ненужные. Так, давай. Сила, нам... О, мне еще 15 уровней надо прокачать. Это все чисто в силу. Прощай. Поймайте. Это все в силу надо дать. Но все равно, типа, если я буду еще апаться, я буду фармиться, тогда, мне кажется, я довольно быстро их не собираю. Эти души. Хотя, с другой стороны, фиг его. А, подожди, я же могу меч заточить. Или мне еще одного не хватает, сколько? Короче, я вспомнил то, что мы с вами, по сути, с этого чувака подобрали. Так, а что ему? Из трупа подобрали, поэтому я могу теперь укрепить оружие. Ладно, я могу продать что-то. Давайте продадим тогда что-то.
Что у нас есть такого? Мне нужно 200, да? Ах, черт. Можно жертвенное это. Да, эти можно продать. Ну, типа, лишает экстус целительной силы в небольших радиусах. Ну, это ПВП предмет. Все. Потом, мне кажется, я все равно найду по пути. Так, теперь шестерочка надо. Осторожно там. А вот теперь с чистой совестью я могу отправляться. Мяу, ФПС. Я не знаю, я хотел бы с помощью ОБС, но, блин. Так, видео весит всего лишь 10-12 гигов, а если с помощью ОБС, там под 60-80. А мне сейчас только... А мне только 80 свободных мест из-за остальных видео, до хера других. Кстати, надо посмотреть насчет улучшения Эксуса. Может, мне в синюю фляху тоже залетело эссенция. Тогда я смогу перенаправить, так сказать. Хотя, подожди, а у кого это можно было делать? Я не помню. Так, подождите. А, не, пустая. Хотя бы даже в наличии 5, в наличии... А, нет, поставим. Тогда все хорошо. Ну что, новая лока пошла. Пройдите к краю силы и поднимите флаг. Ну, слушайте, выглядит красиво. Сейчас меня снова птицы заберут. Или что? В первой меня птицы забирали. Во второй, кажется, сейчас, если не ошибаюсь, забирали. Добро пожаловать в непонятное место. Еще один город. Поселение нежитель. А ну тут есть изображение, сколько здесь костров? Нет. Ну что, поехали. Посмотрим, насколько здесь сильные враги стали. Большая душа. Не всегда бесит то, что довольно большое пространство. Значит, какой-то враг будет такой серьезный. Хотя нет, там бомжи обычные.
Стоп, они одну собаку запинали? Лол, прикиньте. Они одну собаку забили. Так, какой-то мужичок с тесаком. И там у нас, да, есть дорога. Там какие-то шарики. Я хотел с разбегу взять красивый череп. Череп, пропитанный ароматом души. Создан проповедником храма глубин. Разбитые вдребезги и разлетевшие души привлекут врагов. Действует не на всех противниках. А, короче, это как приманки. Привлекает определенных врагов. А, это он. О, так это правда. Чемпион пепла собственной персоной. Встретиться с тобой большая честь. Я Йоэль из Лондора. Пилигрим. Вот только неизвестно почему, но я не умер, как было предначертано. Что ж, наверное, я еще не исполнил своего предназначения. Скажи, чемпион пепла, а как ты относишься к мысли взять меня к себе в услужение? Я когда-то был чародеем, я тебе пригожусь. Да, принять? О, право, это честь для меня. Я должен был быть мертв, но ты даешь мне новую цель в жизни. Я Йоэль из Лондора. Присягаю тебе на верность. Как я понимаю, у нас теперь новый питомец в домике, да? Дракон, снова шмотки просто лежат. О, там вещичка. Веситька. Косточка возвращения. Это хорошо. Ну что, погнали тогда туда, куда в город нежити. Главное, чтобы не было вот этих бомжей-перевертышей. Потому что эти чуваки какие-то, ну, слишком уж сильные. Понимаете, было бы у них просто несколько бы атак, то окей. А так они просто начинают спамить своей агрессивкой. И все. Так, я могу тебя снять, интересно? У меня ловкость не хватает. Ладно. Еще один костер. Не достаю.
сути, они как обычные бомжи. Да, мне бы еще подкачаться. Надо больше подкачи. Малый кожаный щит. Нихера себе. Набор трупов. Многоножка. Так, подожди, мне малый щит дали. Малый кожаный щит. Малый покрытый кожей круглый щит. Большой выступ в центре позволит использовать щит для парирования. Ребята, чё вас там так много? Что? Что? Молодец, он напугал меня. Топораба. Сгусток чего-то там. Сгусток угольной смолы. Небольшой сгусток угольной смолы быстро делает оружие в правой руке огненным. Смола держится недолго, зато ее можно носить на клинок, не прерывая атаки. Малый топор рабам. Маленький топорчик, такие пользуются лотрейские рабы. Коварное оружие для тех, кому выпало коварный жеребий. Быстрое и смертоносное. Мне вот эти чуваки немного смущают и пугают. Так, я, наверное, схожу обрублю канатик тот. Меня смущает это место. Порошок для починки, это неплохо. Блин, мне бы на самом деле бомбы где-то прикупить. Но этих я то взрывом смогу убить. И в принципе, да, и тех могу убить взрывом. А ну-ка. Так, ну допустим. Раз, два, три, четыре. Четверо здесь и один как будто колдун какой-то. Пока я не узнаю, что он делает, я к нему не пойду. Хотя я вам могу кинуть в него бомбу. Как вариант. Так, ребята, сколько вас здесь? Только двое?
там еще один. Тихо, я понял. Я, ребятки, вас услышал. Какая-то рискнуть, давайте. Я понял. Не рискуем. Сказал, не рискуем, найс. Жесть. Слушайте, они сильные. Это надо, блин, лук был бы у меня. Ну. Подожди, сколько мне там лов... Блять, ох, сутки. Фу, бля, я чуть не умер. Я чуть не умер. Мне просто такая жесткая судорога схватила именно в... Где ляжка, вот в эту часть. Я думал, я сдохну. А, типа, рычаг мы не открываем? Понимаю. Я понимаю, что у меня нету ни взрывчатки, ничего. Не знаю, как мы будем с ними справляться. Ладно, придумаем что-то. Так, подожди, а мне интересно, кто на меня тогда напал? А вон эта херня сидит. А там сколько, косарь? Пипец.
А, я сейчас буду что думать, придумывать. Плюс огненная бомба, чек. Не, если так, надо очень осторожно с душой путешественника. Очень осторожно с этим надо разбираться, чертом. Мне интересно, что они охраняют. О, огненный самоцвет, да ладно. Она запустила эту херню. Мать! Тихо! Все. Моя она здоровая. Короче, если убивать, тогда убивать не по-честному. Она довольно сильная, я вам скажу. И это ни хера не шутки. Так, мне уже время на самом деле. Так, а что вы такое охраняли, мисс? Даже мы что-то годное охраняли. О, осколочек. А вот осколочек это в натуре неплохо. Так, ладно, я бы такой, чтобы закончить их где-то. Так, а я смотрю, у нас снова развилочка. В ту сторону по мосту, либо сюда, в домик. Давайте, ну, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.